Всем привет, друзья! Моя жена совершала покупки и вот купила перчатки детские. Но, как видите, кассир забыл снять магнитную пломбу. Сейчас покажу способ, как это дело все открыть. И посмотрим, что прячется внутри замка. Пробовал открыть сильным магнитом, но ничего не вышло. Беру вот такие вот бокорезы. И там, где у нас выпирающая часть на магнитной пломбе, нажимаю и выламываю ее. Ну а теперь самое интересное, что же внутри этого замка. Ну, наконец-то освободил.